Да, я уже участвовал в групповом этапе, это за Луганскую Зарю в Украине, так что не первый раз уже играю, всегда приятно играть в этой стадии. Да, здесь есть поопытнее меня, так что мы должны друг друга дополнять. Сегодня много тренер спрашивал, многие из ребят играли уже в этом турнире, так что мы должны быть единым целым, и у нас все получится. Да, жаль, что он не использовал еще один момент, который мы создали. Хороший нападающий, правильно выбирает позицию. И так все по игре случилось, что пошла подача, он забил. Это нужный гол принес команде победу. Да, по-русски никто не понимает. Ну, у нас похоже лево-право, вперед-назад, так что на поле все друг друга понимают. Язык футбола, он простой. Атмосфера вообще супер, очень приятно играть при такой поддержке трибун, это придает сил, эмоций. Это сегодня и показало, что мы на больших эмоциях и одержали победу. Ну да, я участвовал за Донецкий Шахтер, когда Шахтер Динамо играет. Я здесь тоже наслышан, что это очень большое дерби, так что с нетерпением жду его и надеюсь, мы победим. Да нет, эту игру уже нужно забывать, еще может сегодня вечером порадоваться, а с завтрашнего дня уже будем серьезно готовиться к Спарте.